Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео у меня по двум проектам из серии Бабпоинтов. И у меня нехорошие новости. Первый проект — это ПТС Сага. Проект, друзья, ушел в скам. Все, отработал. Но, тем не менее, кто со мной зашел на самом старте, те по-любому в плюсе, не сидели, не ждали с моря погоды, а работали, должны быть в плюсе. Я лично здесь в хорошем плюсе, так как сейчас покажу вам вывод свой. Вот это вывод. Да. Вот 16-го. Нет, подождите. Вот я заказывала вывод последний. Я не помню, какого я числа заказывала тут. Здесь номера, дата. Что здесь вообще непонятная дата. Вот, $16 до сих пор в обработке. Уже несколько дней. И второй проект — это Spectro ADS. Также в скам ушел. Вот у меня на балансе здесь $7. Нажимаю вывод. И вот у меня здесь, я 15 января здесь заказывала вывод $3. Как бы хотела сразу уже проверить на вывод. И до сих пор в обработке. Ну и здесь уже администрация типа призывает инвестировать. Это уже чисто мошенничество пошло со стороны администрации. Так как проект не платит. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам сказать, показать. Не теряйте время на эти проекты. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.